функциональность этого центра заключается именно в том, что он как минимум двойного назначения объекта. Это объект, который позволяет заниматься военнослужащим по их программам, проводить занятия, прежде всего, по огневой подготовке, как одиночной, так и в составе подразделений. Емкость его достаточно большая, мы можем одновременно заниматься достаточно крупным подразделением, и всем хватит места, и мы можем проводить эти занятия как днем, так и ночью. Центр оборудован по самым современным требованиям к боевой подготовке. Прежде всего, это по мишенной обстановке, по размещению. И во вторую очередь, это по объективности результатов. Здесь можно проводить любые соревнования, любые состязания. Прежде всего, естественно, стрелковых видов спорта, как военно-прикладных, так и спортивных мероприятий. Возможности позволяют проводить соревнования самого высокого уровня, начиная от региональных и заканчивая мировыми первенствами. Многонациональный стрелковый центр парка «Патриот» был сертифицирован несколько дней назад. И это первое соревнование всероссийского уровня, естественно, которое проходит на этом объекте. Максимально комфортабельное, максимально дружественное для спортсменов, с хорошим уровнем организации, инфраструктуры, туалеты, питание, транспортная доступность, качество галерей, укрытие от негативных влияний погоды, от дождя. Все это позволяет максимально комфортно, максимально профессионально показать свои навыки на этом соревновании у спортсменов. Больше 250 человек у нас в течение 3 дней участвуют в этих соревнованиях. За время соревнований они выполняют 12 упражнений, проводят больше 350 выстрелов. Это очень крупный, серьезный матч всероссийского уровня. Здорово, что у нас есть для карабинов теперь площадка, где можно стрелять и тренироваться на такие дистанции, как 100 метров, 200, 300. Очень здесь понравилось, все очень комфортно, хорошая инфраструктура, проделана большая работа. Общее впечатление очень позитивное. Галерей ровно 30, столько, сколько и нужно для проведения полноценного матча. Многие из галерей 300-метровые, что требуется для дисциплины карабин. Валы заточенные. Оружейные комнаты есть, трибуны есть, козырьки от дождя есть. Засыпка гравием, в общем-то, тоже хорошо, потому что не нужно будет делать какой-то дополнительный дренаж. Не будут все люди грязными, просто в карабине очень часто приходится лежать. Иностранцы, которые побывали здесь, они посмотрели и сказали, что такого в мире мы не видели.